автобиографичной исторической крыницы и его анализу. И вот я получил там и книги, и науковые працы. У свой час книгу вельми такую важкую премию, книгу Янки Брыля, Олеся Адамовича и Владимира Колесника «Я с вогненной вёски». Это так само восьмитная история. Так, вы стоите нашими литераторами ведомыми, и это вельми важный метод для разумения выявления сенсов, выявления неких подей, и что...